Всем привет! С вами Валентина. И сегодняшняя тема моего видео – работа для тех, кто не умеет приглашать. Многие, кто занимается интернет-бизнесом, встречаются с возражением. Я не умею приглашать, но мне очень нужны деньги. И это самый частый ответ, который мы получаем при разговоре с человеком. Друзья, специально для вас. Кто не умеет приглашать, но кому очень нужны деньги, есть потрясающий вариант. Разбираем его. Вы не умеете приглашать? Хорошо. А скажите мне, у вас есть 2-4 друга или подруги, которые тоже не умеют приглашать, но им тоже очень нужны деньги? У тех тоже есть по 2-4 человека, которые не умеют приглашать. Но и у них есть по 2-4 человека, которые тоже не умеют приглашать. И им всем очень нужны деньги. И так далее. Друзья, делаем вывод. Если всего один раз в жизни вы пригласите свою команду, хотя бы 2-4 человека, и они сделают то же самое, даже если вы все не умеете приглашать, но вам всем нужны деньги. И если вы все будете придерживаться этой стратегии, под вами и под вами каждый месяц будет добавляться всего лишь по 2-4 человека, партнера, то, друзья, за 2-3 месяца вы добьетесь огромных результатов. Я думаю, что комментарии здесь излишни. Я желаю вам счастья, я желаю вам успеха, я желаю вам огромных команд. И напоследок совет. Друзья, вы должны уже сегодня, здесь и сейчас относиться к себе как к человеку, добившемуся успеха. С вами была Валентина. Пока-пока!